Продолжаем выпуск очередной серии телепроекта «Удачный сезон». В нем ангарчане делятся своими секретами выращивания овощей, ягод и удивительных цветов. Рассказывают о ландшафтном дизайне. Сегодня наша съемочная группа побывала на даче семьи Чумак. Генеральный партнер сеть фирменных магазинов агрохолдинга «Саянский бройлер». «Семь соток удовольствия». Так, любя, называет дачу своей дочери Вера Сергеевна. Семья Чумак держит дачу в садоводстве «Рассвет» с 2009 года. Поэтому все постройки, что называется, выполнены основательно. Это заслуга любимого зятя. Сейчас Ирина и Александр уехали отдыхать, а присматривать за приусадебным участком попросили самого близкого человека. Вере Сергеевне это только в радость. Ну, для меня это как санаторий. Прихожу, немножко поковыряюсь, травку подергаю, в бассейн нырну, когда тепло, и снова за работу. А сейчас вот они уехали, я пришла, вот собаку покормила, уже вон в теплице побыла, огурчики сорвала, помидорчики. Половина участка утопает в цветах, на второй послушно зреют овощи. Заготовки на зиму хозяйка готовит практически с июля. И своим урожаем щедро делится с соседями. А те, в свою очередь, не скрывают. С Ириной и Александром им откровенно повезло. Ну, Ирина, Саша, они такие отзывчивые, добрые, ну, такие трудяги, как сказала мама, любят трудиться. Саша постоянно что-то мастерит, строит, вот в этом году уже перекрыл опять новую теплицу, бассейном постоянно что-то водится, усовершенствует. Вот, Ира, значит, она вообще, как сказать, по огороду, по своему там садику какому-то она постоянно действительно что-то высаживает эти цветы с весны, начинает у ней все горит, эти семена кругом. Я ей всегда говорю, как ты все успеваешь. В уютной беседке можно скрыться от солнца и наслаждаться красивым видом на пруд, в котором живут миниатюрные караси. Каменную изгородь для водоема вместе с супругом сделала сама Ирина, после чего долго мучилась болью в спине, рассказывает мама хозяйки. Вот такие они, отчаянные. Пока до конца не доделают, не успокоятся. Вот так круглый год. Овощи для заготовок, цветы для души, а бассейн и баня для отдыха. В этом и есть секрет удачного сезона. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Все сюжеты уже размещены в наших социальных сетях «Одноклассниках», ВКонтакте и Инстаграм, а также на сайте телекомпании «Актис». Победителей определяют только зрители. Поддержите участников, подписывайтесь на страницы и оставляйте лайки. Лидеры проекта «Удачный сезон» станут обладателями ценных подарков. В среду вышел свежий номер газеты «Ангарские ведомости», и сейчас коротко о главных темах издания.